Добрый вечер. Можно мне голос? Немножечко микрофон добавить. А? Ну, я и так его уже почти в рот взяла. Даже уже неприлично. Как вы относитесь к сексу, да? Хочу поздравить Леночку с днем рождения, поблагодарить за приятный сюрприз. Очень красиво получилась песня. Даже после таких красивых песен неловко читать свои стишки. Попыталась выбрать более-менее позитивные, но стихи, вы сами понимаете, пишутся чаще всего, когда все-таки грустно на душе и плохо, и одиноко. Поэтому как пойдет. Надо быть осторожным. С неба потоки слез. Ехать по ночи сложно, брызги из-под колес. Режет протектор лужи, мчится по колее. Город слегка простужен мыслями о тебе. Звезды, что судьбы пишут, знают простые штуки. Встречи даны нам свыше, так же, как и разлуки. Меня слышно? Да. Хорошо. Тогда почитаю вам еще свои стихи, раз меня слышно, воспользуюсь ситуацией. Я хотела быть с ним, не умела, но как могла. Я ждала этой встречи как минимум много лет. Прижиматься всем телом, раздевшимся догола, нежно взявшись за руки, общаясь, встречать рассвет. В его маленькой комнате страстно скрипит кровать. Отзывается эхом лавина льда на Эльбрусе. Он до хруста крыльев умеет меня обнять и настроить жизнь на созвучие ударов в пульсе. Я хочу быть с ним. Не умела, но я хочу. Если это взаимно, то сложится все как должно. Улыбнется ангел, похлопает по плечу. В этом мире все проще, а значит, что все возможно.